с выходом в 1/8. Что можешь сказать по игре, Жень? Спасибо. По игре, не знаю, неоднозначная игра. Вроде выиграли, вроде крупно, но не все получилось. Так, на 50%, наверное, сыграли. Можем лучше. Вот соперник, проигрывая с таким счетом, все равно продолжал бороться за мяч. Это сказывалось как-то? Было тяжело? Да нет, конечно, ребята молодцы, играли до конца. Мы знали, что они будут играть до конца. Вот, поэтому я пытался настроить свою команду, чтобы мы помогали в каждом моменте, вне зависимости от счета, все возвращались. В принципе, неплохо в обороне иногда играли, иногда не помогали, что расстраивает. Но в целом так, ну, выиграли хорошо. Противник начал катать шестого игрока. Почему вы не воспользовались таким? Не, они держали мяч, у нас комфортное преимущество, мы просто оборонялись четко. Они вроде бы только там, самая последняя атака, но там уже я бы не сказал, что они шестого катали. Ну просто так, просто гол получили в самом конце и все. А так мы нормально оборонялись, знали как надо и все. Вот в следующем круге будете на континент выходить, есть какие-то планы? Ну континент играет в нашем дивизионе тоже, нам еще там с ними играть. Команда хорошая, боевитая, сегодня они обыграли сильную команду с премьер-лиги. Мы будем выходить тоже, биться, бороться, посмотрим как получится. Хорошо, победы.